Разминка с залом. Поэтому, ребята, если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь их задавать. Всем добрый вечер, меня зовут Денис. Все готовы? Нет, я не готова. А, еще у нас есть счетная комиссия? Нет? А вам микрофон нужен? Я иду додому. І в руках несу портфелик. Іменую я цей заклад і піду в ганделик. А куди підете ви? Я йду додому і в руках несу портфелик, і міную я цей заклад і піду в ганделик. А куди підете ви? Якщо сьогодні побідім, то тебе пузир дадим. Я буду говорити, які команди відповідають. Це була команда «Квент Сім'я» для журі. Інформація. Напоминаю, что баллы мы не ставим, мы просто решаем, какая команда уходит с... Я йду додому і в руках несу портфелик, і міную я цей заклад та піду в ганделик. А куди підеш ти? Бюджетники по ганделикам не ходять. Красавчик. Команда «Квент Пластилін». Я йду додому. Я йду додому та в руках несу портфелик, і міную я цей заклад та піду в ганделик. Куди ти підеш? Где-то вот так вот у нас раздаются портфели Верховной Ради Украины. С потолка. Я иду до дому и в руках несу портфелик, именую я цей заклад, та піду в ганделик. А ганделик той закрыт, а вопрос is real shit. СК, громадська думка ставит. Мне тут указали на одно вопиющее несоответствие. Давайте все команды останутся вчетвером. Ну, в смысле... Да, четыре человека. Пять человек. Команде «Пластилин», собственно, это пожелание. Так, что у нас решило жюри? Пластилин? Пластилин минус один игрок. Спасибо. Внимание, следующий вопрос. Саша, вчера я одел свою шубу, натянул свою шапку, пошел в школу и получил шнобель. А как вы проводите время зимой? Вчера я одел свою шубу, натянул свою шапку, пошел в школу и получил шнобель. А как вы проводите время зимой? А я собираю грибы. Пластилин, город Прилуки. Дезориентировал коллегу.
Вчера я одел шубу, натянул шапку, пошел в школу и получил шнобель. А как вы проводите время зимой? Слушай, у тебя все шнобы на шее. Семья. Вчера я одел шубу, натянул шапку, пошел в школу и получил шнобель. А как вы проводите время зимой? А я в денде, в танчике лупашусь в основном. Чтоб в школу не ходить. Вчера я одел шубу, натянул шапку, получил шнобель и пошел в школу. А как вы проводите время зимой? Кукушка кукушонку купила катушон. Надел кукушон и катушон. Тоже в шнобель получил. Эска романтика только ставил. А уже не тот ли этот человек вопрос задавал, который на семейных обстоятельствах нас про Сомали мучил? С потолка и пластилин минус один игрок из каждой команды. Валер, есть? Есть. Здравствуйте, Анатолий. Меня зовут. Уже хорошо. Питання таке, підкажіть, будь ласка, що таке громадянська мова? Скажіть, будь ласка, що таке громадянська мова? Слышал, как Азаров разговаривает? Так это не оно. Алло, нужно вести разъяснительную работу среди тебя? Да. Що таке громадянська мова? Так сказала заместитель мэра по гуманитарным вопросам. Що таке громадянська мова? Це коли ти приходиш п'яний додому, а твоя громадянська дружина мовчить. Що таке громадянська мова? Ай, ну точно не українська. Я так понимаю, що хтось уйде збирати гриби. Прилуки минус один балл. Нет, не балл, нет. Минус один человек пока. Я думаю, что и Андрея надо будет забрать, собирать грибы. Как-то пока. Добрый вечер. Так, вот. Я сижу, высоко сижу, да. Далеко гляжу, но вы такие маленькие. Ну почему мне так не везет? Вот этот плачущий голос я уже точно слышал. На играх при открытой двери. Добрый вечер. Я высоко сижу, далеко гляжу. Но вы такие маленькие. Почему? Что-то потерялось в процессе. Полностью. Мне говорят, мне подсказывают, она не помнит. Это потому, что мы такие маленькие. Мы все меньше. Еще раз, можно, пожалуйста? Я высоко сижу, далеко гляжу, но вы такие маленькие, почему мне так не везет? Потому что ты в армии не служила. Команда «Гром с потолка» была. Да. Я высоко сижу, далеко гляжу, но вы такие маленькие, почему мне так не везет? Не везет с партером, повезет в любви. Семья.
Я високо сижу, далеко гляжу, но вы такие маленькие, почему мне так не везет? Потому что ты сова. Я коза по гороскопу. Откровения пошли. Высоко сижу, далеко гляжу, но вы такие маленькие, почему мне так не везет? Валера, уходи оттуда. С потолка минус один игрок, игрок команды «Прилуки», вернитесь на место. Вот интересно, закончится разминка, если вся команда «Прилуки» потихоньку вернется, а там начнут убывать люди. Валера. Добрый вечер. Я не знаю, что там кого волнует, меня волнует вопрос уже ровно год. Чем увлажняют влажные салфетки? Чем увлажняют влажные салфетки? Потом! Команда снизу. Чем увлажняют влажные салфетки? Мокрой-примокрой водой. Чем увлажняют влажные салфетки? Наверное, пересядь к той, которая не везет. Чем увлажняют влажные салфетки? Влазелином! С потолка минус один человек. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, зачем нужна такая формальность, как свадьба? Зачем нужна такая формальность, как свадьба? Потому что есть такая формальность, как беременность. Все посмеялись, кто-то всплакнул. Команда КВН «Семья» посмеялась и не вышла отвечать. Зачем нужна такая формальность, как свадьба? Чтоб ей было места мало, чтоб неба было мало и земли. Я думал, ты скажешь мне подсесть к девушке. Зачем нужна такая формальность, как свадьба? Второй раз не прокатит. Зачем нужна такая формальность, как свадьба? А где ж нам еще томатом набухиваться? Томатом. Мощностя, площадя, томаты. Кроме команды с потолка, минус один актер из каждой команды. Репрессии пошли. Человек-невидимка ушел из команды КВН «Семья». Только что.